Илья Фуфырин, мое почтение, большое спасибо за донат, внеочередной, самый первый на стриме. Так что в итоге смысла не было, что он безочередной, но спасибо. Мальчики вздыхают, ах, называется песня. Аудиопреступление. Написал Илья Фуфырин, выступали в Энотеке. Точно. Будь здоров, Антон. Спасибо. Запаздывает. Звезды не запаздывают, ребята. Звезды задерживаются. Я... Вот он на запись легенду. Я задержался. Спасибо большое, Свизард. О, длительность одобрительная. 4.20. 4.20 название трека и 4.22 он длится. Так, слушайте, что там у нас? Тощие кошелечки. Ха? Пустые карманы. Так, ну я. Им бы лучше подальше держаться. В дураках не остаться. Ну, в принципе, звучит стандартно, но прикольно. Провожаешь рядом навсегда. Такой, типа, Мони Толкин тоже, да? Та-та, да, та-та. Смотри прям. То есть тоже этот прием, смотри. Бля, сука, где-то выйти. Лучше подальше держаться. Пам-пам. В дураках не остаться. Вот отсюда, типа. Провожаешь рядом навсегда. Только чуть по-другому. Вздыхают, ах, тает на губах пламя. Но ты не даешь, но ты не даешь надежды. Выход один, я знаю, кто твой кумир. В следующий раз увидимся без одежды. Мальчики вздыхают, ах, тает на губах пламя. Но ты не даешь, но ты не... Ну, такой типа... Короче, есть... Кеки, да, в тексте, типа. Ну, то есть, понятно, по музыке это и должно быть, типа, так, как бы, стандартно, то есть, поскольку это просто рофл над, ну, типа, чем-то wannabe 80-х. А... Ну, блин. Ну, типа, здесь такие шутки прям, вот, я не знаю, они слишком форматные, что ли. То есть, ну, типа, я... люблю, когда, ну, там, юморная какая-то песня есть, но суть в том, что, я не знаю, уже... Когда юмор какой-то такой прям слишком безъяичный, как бы, да, то есть в песне, ну, типа, не ядреный, не какой-то прям шокирующий. Ну, в конце концов, блин, уже по радио можно услышать Артура Пирожкова, типа, там, несмотря на милое личико алкоголичка, да. То есть это уже слишком нормисная какая-то тема. То есть если нет там... Мальчики вздыхают так. То есть, блять, Альбину Сексову хотим, короче, вот. Чтоб было там «Ебите меня семеро», там, ну, что-нибудь такое. Такой альбом ждем. А тут, типа, ну, там, но ты не даешь, не даешь надежды. Невероятно. Не даешь надежды, выход один. Знаю, ну, то есть, неплохо, хорошо, в целом, там, и сделано, и... И, ну, это... Миленько, прикольненько, но... Без зуба, я бы так сказал. Как с точки зрения именно камеди музыки. С точки зрения просто музыки. Поймаешь его на крючок. Да, слэпчик, но. Бедненький мальчик. В рукавах секреты, печаль в глазах. Твердо знаешь лишь одно. Не знаю, какой-то не очень увлекательный стандарт, как будто, да? То есть, мне кажется, даже вот это там... Оно еще и не супер качает, потому что, вот серьезно, ну, может, я... Секреты, печаль в глаза. Ну, типа, есть, но вот ради интереса. Вот я не знаю, ну, Фархад, сука, гений, блин. Я не... Че, как он это делает? Все,
можно просто, говорю, сам минус даже, хрен с ним со мной, то есть, чтобы я сам себя, да, не хвалил, типа. Просто вот как даже музон этот сделан, его угарно, прикольно, типа, интересно слушать вот это вот все, да, там. Даже тихо сделаю, специально тише, чтобы не было, что, типа, громче сделал. Из-за этого лучше звучит. Прям в жесть оно, да? А ты как... знаешь, лишь более плоско все равно. То есть оно, видите, себя, и сведено не супер. Беру себя в руках. И я не говорю, что плохо, я говорю просто, что, ну, недостаточно все хорошо, чтобы мне понравилось. Ну, а вообще, ну... Мальчики вздыхают, ах, тает на губах парни. Типа нормально. Но ты не даешь надежды. Выход один. Гений душноты и токсичности. Да, да, да. В следующий раз. Но и музыки при этом тоже. Да, видимо, все хорошие музыканты говноеды. Но ты не даешь. Но ты не даешь надежды. Выход один. Я знаю, кто твой кумир. Ну вот это, которая, где повторялка есть, типа... Но ты не дрёшь, но ты не дрёшь, но ты не дрёшь. То есть это, в принципе, въедливый мотивчик даже, да, неплохо. Хитовый чуть-чуть. Без одежды. Типа, встретимся без одежды. Ну это такое, прям юмор для домохозяек. Такой, так... Я такая шаловливая чуть-чуть. Я вот могу такую песню послушать. А, блядь! О! Моча съела говно! Не, ребят, все, тут как бы извините. Тут уже у нас все-таки уровень серьезный. Да, там, ну, мы хотя бы та же вот электрослабость, да, допустим, когда это вроде бы и относительно лайтово, но все равно, типа, старый БДСМщик Терентий, да, то есть, короче, или там у Лидии Хламидии. Ну, блин, это уже там, это уже мы понимаем. Это уже как бы... Серьезные кеки. Ну, то есть, когда... Ну, слушайте, был Леонтьев, у него была песня «Кончайте, девочки, кончайте». В 90-х. «У тебя есть палочка-выручалочка» была песня у Наташи Королевой, да? То есть, и тут, типа, ну, как-то вот оно прям... Не... Не знаю, и не уморительно, и не тонко, и не зубасто, и не очень музыкально круто. То есть вот все сделано как бы нормально, средненько. Неплохо при этом. То есть в целом это, ну, это я не, вообще бы не обломался. Ну, играет такой трек, типа там... Забавно даже, то есть, ну... Ну, как бы, извините, просто преступления здесь вообще нет. Это так, это какое-то мелкое хулиганство просто. Преступления серьезные, ребята, на канале Моисей Великанов. Вот там просто, блядь, просто нахуй OG, криминал и просто жесть. То есть, да.